Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о коляске, которая, наверное, лучше всего подходит для путешествий, для тех родителей, которые не хотят обременять себя, в принципе, какими-то колясками с собой, большими, неудобными, хочется вот налегке. Вот идеальный вариант для этого есть у компании Cybex. Модель, если я правильно произношу, называется Libely. И коляска максимально заточена для путешествий. Вес коляски 5,9 килограмм. С 6 месяцев можно ее использовать. Здесь угол наклона спинки, вот сейчас максимальный, 140 градусов. Поэтому раньше 6 месяцев нельзя будет в ней возить, потому что ребенок здесь никак не ляжет полноценно. Поэтому имейте в виду. С полугода и где-то 3-4 года максимальный возраст ребенка можно ее использовать, потому что она выдерживает 22 килограмма ребенка. И, кстати, у нее неплохая ширина колесной базы, она очень узкая, везде проедет 52 сантиметра, если быть точным. Вот, это такие вкратце технические характеристики, и если хотите прям подробную, дотошную информацию техническую, внизу ссылка на First Buggy, магазин на эту колясочку будет в описании к ролику, пройдите, посмотрите, но сделайте это после обзора, чтобы вы, если вам она понравится в обзоре, смогли ее сразу заказать. Соответственно, сверху вниз будем изучать, и хочу сразу же показать вам эти чудесные, интересные ручки, которые здесь у нас как штурвал в самолете выполнены. И они здесь не просто так такие, потому что коляска, давайте я с обратного начну, сразу покажу, как складывается, потому что ручки именно поэтому такие. Вот, она очень компактно складывается, ее даже в чемодан, в большой, внутрь можно положить, и она и то не будет там сильно много места занимать. Смотрите, вот нужно взять за вот эти две ручки, нажать эти две клавиши и просто толкаем вперед. Смотрите, толкаем, толкаем. Вот так вот. Сжимаем ее и после чего притягиваем два конца друг к дружку. Она может стоять, вы это прекрасно видите, она очень компактненькая и в 99% случаев она пройдет ручную кладь. По-моему, нашу чудесную победу в российских авиалиниях она не пройдет. Туда я даже не знаю, что может пройти. Вот, а в остальном, в любых компаниях ее будут принимать. Очень компактная, легкая для путешествий, просто идеально. Вот, теперь давайте посмотрим, как раскладывается. Соответственно, вот этот крючок убрали, подняли. Все. Как в рекламных роликах, красиво, чуть ли не одной рукой. В общем, вы видели, все легко и просто. Ручка, естественно, по высоте из-за этого не регулируется, но можно здесь тоже брать посередине. Единственное, здесь ничем она не обита. Так, козырек мы видим, он достаточный, он небольшой. К сожалению, учитывая вот эти все размеры коляски, его невозможно сделать большим, потому что что-то пострадает при этом. Вся конструкция. Соответственно, козырек достаточный. Спинка вот сейчас у нас 140 градусов. Подножечку можно тоже поднять. Вот, и давайте я покажу вам в сидячем положении. Кстати, регулируется спинка с помощью тросиков. Вот таким вот образом. Сейчас я ее максимально подниму, чтобы добиться тех самых 110 градусов. Для тех родителей, которые не любят, чтобы коляска была с заваленной спинкой назад, здесь с этим проблем нет. Достаточно вертикально, достаточно, повторю, не 90 градусов. Чтобы ребенок нормально сидел. Пятиточные ремни у нас для безопасности, с мягкими накладками на плечевой зоне, на паховой зоне мягкой накладки нет. Так, давайте теперь с вами посмотрим на конструкцию колясочки снизу. Колясочка достаточно добротно собрана и не вызывает такого ощущения, что она какая-то хлипкая, расхлябанная. На самом деле все очень плотненько. Амортизация у нас здесь есть только спереди, но спереди амортизация хорошая, поэтому все нормально с плавностью хода. Здесь, в принципе, нормалек. Сзади амортизации нет. Достаточно, учитывая размеры, неплохой багажник с хорошим доступом в багажник. И учитывая размер такой коляски, ну, багажник тут прям выдающийся, я бы так сказал. Колеса небольшие, естественно, полиуретановые. И здесь вот фишка, классный тормоз. Вот он,
педалька, сняли, поставили. В общем, все нормально. Не нужно корябать обувью. Так, разобрались, по конструкции все понятно. Качество здесь абсолютно на нормальном, высоком, я бы сказал, уровне. Придраться особо не к чему. И, естественно, она не идеальна. Здесь нельзя полностью положить ребенка, там еще что-то. Нет, например, ступеньки для ребенка, чтобы он спокойно мог взбираться сам. Но если это все одеть на коляску, она превратится уже в полноценную коляску, почти всесезонку, и с чем-то вот приходится здесь мириться, чтобы добиться таких компактнейших размеров. Собственно, все, что я думаю о коляске, я вам рассказал, что хотел рассказать. Я до вас донес, выбирать, естественно, как всегда, вам. Напоминаю, ссылка внизу в описании на эту колясочку. Будет реально прикольная коляска для мобильных родителей, кто не хочет себя напрягать колясками большими. Вот, пожалуйста, для путешествий отлично. Вот. Если вам обзор понравился в целом, была интересная информация, ставьте, пожалуйста, свой царский лайк, подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. Вам не трудно, а мне приятно. Вам хочу пожелать сделать хороший выбор колясочки для вашего ребенка для путешествий. И всего доброго, пока!